ну и в поворотке. Покатать, поснимать. Да. Встань вон на уголок. Так, погнали. Все, Лех, поехали. Фу, вот так вот, короче, это все дело выглядит. Только, знаешь, так. Вид, конечно, прекрасный, бля. Для сравнения, вон та башня, она 35 метров. Но это еще не высоко. Поехали! Вези меня назад! Сейчас я на жопу скажу. Консоль. В обед. Еду согреешь, сядешь здесь и сидишь. Удовольствие получаешь. Грузовая лебедочка. Канатик бы надо помазать. Что-то он. Балласты. 2,5 тонны, 2,5 тонны, 2,5 тонны и маленький тонна. Лё, я сейчас на оголовник вылезу, крикну, повернешься на 360. А теперь на самую верхнюю точку крана. Выше уже нету. А, самый главный прибор. Анимометр, ветер меряет. Лёх, поехали! Так выглядит мир с высоты 65 метров над уровнем земли. Connecting lines of which we cross, which we cross. Норские резиденции. Вон там. Вон КБшки 403 там стоит. Волга. Толстого монастыря отсюда не видно. Вон там, справа. Резинотехника. Вон там вдалеке нефтяга.
красиво, однако.